палочку. Сегодня у нас 13 октября. Приехали на Псёл. Будем сегодня делать такой небольшой сплавчик от Запселя до Великой Рыбицы. Сейчас уже лодки накачали. Трошки расцветет и будем выплывать. Есть поклевочка первая. Небольшой шнурок на резину. Или окунь. Не щучка. Тихо. Тихо ты. Сейчас выпущу. Опа, ушла сама. Небольшой был такой грамм 300. Сработал метод равномерочки. Резина предатор 3-дюймовый в таком белом цвете. И вот первая поклевочка. Небольшая щучка. Продолжаем. Буду пробовать сейчас как-то пролазить. Заложу в лодку. Через верх. Наверное, через верх будет проще. Так, главное, чтобы лодка сейчас не уплыла без меня. О, есть препятствия, пошли. Отлично. Ух, то ударчик был. Добрящий такой удар, серьезный. Не засеклась. Возможно, в скрутку ударила. Конечно, удар серьезный. Чуть спиннинг. А, да, промазала. Ударила в скрутку. Вот согнулась скруточка. Вот, взяла щучка на воблер. Тоже небольшая, скушала инквизитора. Ага. Такая, в принципе, можно и взять. Полкилушка где-то. Для этих мест нормальная щука это еще. Пиявочки на ней присутствуют. Инквизитор сработал. Заплываем первый затончик. Сейчас будем твичить. Лимончик пробирается сквозь заросли. Есть, взяла, очень хорошая. Сошла? Не сошла. На вертушечку завела траву, походу. Давай, иди сюда. Какая килушка уже есть уже.
лушка. Такая уже под килушку. Она 800-900. Конечно. Вертушка сработала. А... на вертушечка Lucky John номер 4. Вот это я, конечно, рукожоп закинул воблера инквизитора на дерево и оборвал. Сейчас буду как-то пытаться достать его. Так, срубил такую палочку. Сейчас буду пытаться ей доставать инквизитора. Достал. Так, решили с Димончиком пообедать в затончике в таком стале, где я воблер доставать лазил на дерево. Ну, точнее, не лазил, ну, практически. Сейчас пообедаем, поплывем. Уже 11 часов. А нам, кстати, в 3.20 надо быть уже на остановке собранными. Надо быриком реально. Походу придется прогребать там места. Есть, друзья, на затончике поклевочка, ну мелкая. На инквизитора взяла. Такой вообще шнурок отпускной, грамм 300. Тихо. Вот такой шнурочек. Тихо, 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 тихо. Сейчас выпущу. Что-то сегодня одни шнурки. Нормальной рыбы особой нету. Вот две таких забрал. Остальные мелкие. Такая даже чисто интересно. Сейчас взвесить. Сколько. Триста 80. Плыви, родная, домой. Спасибо за поклевочку. Скажи, там акушарика. Горбач. Не, ну нормально, такие грамм 150, может больше. Ну, сейчас взвесим. Ой, разловился, блин. Да, я думаю, он разловился. Не, ну нормально, блин. Вот такого змея здорового. Ого.
Тут сколько? 3,5, наверное, дюйма. Окунь не хочет взвешиваться. Я думал, мамка. Сто 170. Пойдет, зачетный. Ну, Димона поклевка на джиг с ямки. Щучка такая вроде неплохая. А, шнурок. Ты все-таки взял сегодня щуку. Ну тут ямка, вот ебать, с ямки. Ну блин, тут должны мамки стоять, а не шнурочки вот такие. Все, подплываем уже к месту финиша, к мосту Великой Рыбицы. Сейчас уже будем выходить на берег, собирать лодки и ехать домой. Скоро автобус в 3:20. В принципе, по рыбе более-менее, щучка поклевывает, но не крупная. Больше килограмма не было ни одной. Все щучки до килограмма. В общем, мелковатая щука. Как-то так. Все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.